На выставке презентовал себя гостиничный дом «Сократис». Располагается комплекс в прекрасном курортном месте – в поселке Витязево. Территория гостиницы – это благоустроенная, озелененная зона отдыха, где вы можете каждый день наслаждаться экзотическими видами тропических пальм. Наш гостеприимный дом «Сократис» открыл свои двери в 2012 году. У нас современное комфортабельное четырехэтажное здание. В личной территории у нас имеется кафе вечернее с изысканным меню. Также имеется столовая раздаточного типа. Примерная стоимость питания на одного человека в сутки – это 450-500 рублей. Значит, категорийность номеров у нас двухместные полулюксы, трехместные полулюксы и номера категории люкс – это двухместные номера. Значит, мы находимся в близости от центрального пляжа, от всей курортной инфраструктуры курортного поселка Витязево. Каждый номер оборудован всем необходимым для комфортного размещения и удобного проживания гостей. Новая мебель, спутниковое телевидение, душевые кабины и санузел, холодильник, сплит-система, бесплатный Wi-Fi, интернет. Питание в гостевом доме «Сократис» организовано в уютной и просторной столовой. На ваш выбор предлагается комплексное питание или питание по заказному меню. Для маленьких гостей предусмотрен широкий выбор детских блюд, возможно приготовление пищи на пару. Одно из преимуществ гостиницы – близость к морю. До песчаного пляжа всего 5 минут. Те, кто предпочитает морю бассейн, тоже будут приятно удивлены. Здесь могут поплавать и дети, и родители. В услуги гостиницы входит трансфер с ЖД вокзала и аэропорта. Высокопрофессиональные сотрудники отеля и тепло анапского солнца сделают ваш отдых в любое время года насыщенным, незабываемым, интересным и экзотическим. Город Анапа, поселок Витязево, переулок Александрийский, 12. Телефон для справок 8 988 669 03 16.